случайно вошла. Девочка с именем Честность. Ее пионеры встречали, дарили на память значки. И дяди долго выступали с трибуны, и тети улыбались до ушей. По радио крутили много песен, в которых о любви и о цветах. Все было так торжественно и мило, вечером все стало, как обычно. Кто пил вино, кто задвигал засовы, кто женщину искал, а кто мужчину, кто матерно кричал о новых ценах, а кто-то просто говорил по телефону. Очень шумно, так что даже никто и не увидел, не услышал, как изнасиловали утренние гости. Спустя неделю был в газете очерк, мол, так и так, огромное несчастье. И кто-то снова голосил с трибуны, поглядывая мельком на часы.